Ю, хорошего стрела, народное отличное настроение, и побольше не линду, поднимаю крепко жму руку и плачу сердце, это лучше, наверное, к ней подпишешься. Спасибо большое, пилот, привет, братишка, спасибо. Марик, привет. Здорово, Михаил. Конфликт. Конфликт получился. Так, о, блин, я эту позицию так не люблю, когда здесь кто-то стоит против меня, но сам здесь тоже не против постоять. Неплохо, неплохо, 800 урона в копилочку. Брик, а чек статы открыт. Закрыт. Пока что закрыт. Опять льготный же. Спасибо большое. Спасибо, дядь. Так, что тут у нас? О, 705-й. Он когда? Переходим на кумулятив. И момент, момент истины. И момент истины. И... Ать, хорошо. Жаль, не поджог, конечно, но тоже неплохо. О, у нас фош. Ой-ой-ой, тут фош авторитетный, смотри, с этим, ЛГК. Камуфляж ЛГКшный. Ну, не ЛГКшный, короче, за ивент. А, так тут и чувак с золотым этим ковшом. Ну, так у меня какие-то задроты в команде. Что один, что второе. Так, ну, смотрите, спускаться вниз я боюсь. Думаю, меня шлепнут. Привет, странник. Привет, Маус. Здорово, Вечи. Аберон, привет. Аберонище, здравствуй. Так, надо сверху заходить, я уверен. Надо сверху заходить с Фошиком. Фошик, погнали сверху, братишка. У тебя есть три отметки? А, он пустой. Ебать, оперативно выпиздили этого еблана из клана. Беру свои слова обратно. Клан норм. Беброчка. А может, Амиля 9 покатаем после куры? Дядь, его ж покупать надо полностью, там оборудовать 3600. И тем более на нем отметка там как раз 10%. Это было бы хорошо под один стрим целый, понимаешь, Роди? Так, типа, забирать его, ну, на этом не хочется. О, арта! Но! Блин, правда, фраги собираю пока что только. Пока что только фраги собираю. О, надо 121 сейчас будет зацепить. Ой, чувак, на фаше не стой, так, блядь, тебя сейчас ваншотят. Ой, дурак на фаше. Хотя, подожди, может, и не дурак. Что? Как? Блять, в башню попал. Ну, его фош заберет. Ну, бред, блин. Ну, какая башня? Вот тебе и откруточка перед отметкой. Привет, Варик, удачи стрима. Спасибо, Данил, привет. Так, проезжаем. Видно? Не видно? О, давай этого. Бля. Попал. Дал урон, 100%. Быстрее надо в сейв ехать, а то я что-то открылся слишком. Сразу по мне урон пошел. Так, у меня плюс тычка. Учитывайте, что у меня плюс тычка. На 700 где-то. Не успел, ладно. Надо сейчас подконтрить К2, К3. Сейчас мантикора, возможно, вот тут. Блин, извини. Нужно контикора, мантикора вот тут будет. А, блин, он светит. Ой, блин, он светится. Страшно. О-о-о. Бля. Ну, вообще странно, что я попал, но если бы я бы еще и пробил, это было бы очень сильно. Так, ладно, поеду я поближе. Не хочу оставаться тут на отстреле. Так, едем. О, 268 надо, 268 наверху. Давай, быстрее. Блять, упал. Да что же вы так все прячетесь от меня, а? Блин, боюсь играть агрессивно сейчас против гриля, потому что если он мне даст тычку, условно, меня добьет 268. И тогда я точно в этом бою не возьму отметку. Надо 268 как-то рассекретить. Где он? О, гриль КД. Надо. Бляха, муха, не трогай. Ай-яй-яй. Фух, хорош, ребят, найс. 8 секунд КД. Не, ну блин, ну чё ты все портишь? Сейчас выйдет леопард. А ты чё, будешь еще раз вылазить? Ребят, накажите. Вот отсюда леопард сейчас выйдет, по идее. Давай, выходи. Я знаю, что ты выйдешь. Давай, выходи. Выходи. И уходит. Так, надо сделать вот так. Оп, и вот так. Сказал же, что час выгоню. Все сделано. Хорошо. Удачи тебе обоим. Спасибо, час фанатик. Третья отметка. Спасибо большое. Спасибо, дядя. От души. Так. И последняя тычка. Блин, ну я шотный, я не могу вылазить. Стой. Тише. Тише, мой сладенький. Давай. Братишка, танкани, я выйду, дам него. Танкани. Есть. Сюда эту беброчку. О, изи. Это еще блайнд по 121, не забываем. Еще блайнд по 121, ребят. Ну что? Часик. Изи. Отметочка на грильке. Последних 3%. Ну, красота. Вообще шикарно. Лайкосик проживаем, получается. Такой мини-серия такая маленькая. Хорошая. Качественная. Да, все. Три отметки в копилке. Шикарно.
Круто. 4700 урона. Круть. Вообще, супер. Даже в плюс вышел. Вот так вот. Ну, ребят, не знаю, очень легкая и приятная отметка, честно. Я даже не удивился. То есть я прям целенаправленно шел к ней. Я целенаправленно понимал то, что я на ней спокойно ее заберу. И честно, такое...